Привет всем, как слышно, как видно. Ребята, мы все еще здесь, в солнечном, безоблачном городе Лос-Анджелесе. Как там вообще? Ночь, говорят, в Москве, да? А в остальных городах что? Кто откуда смотрит? Здравствуйте. Поиграл я в Black Ops 4 только что. Мультиплеер. Играли в Team Deathmatch. Классический абсолютно. 5 на 5. И это было круто. Как вы знаете, в грядущем Call of Duty не будет синглплеера. И они снова вернулись к системе наемников, как это было в Black Ops 3. И, значит, про них будут какие-то маленькие вкрапления истории где-то между делом в мультиплеере. Никакой Battle Royale нам сегодня не навязывали. И я хочу сказать, что Call of Duty меняется с каждым следующим выпуском в лучшую сторону. Потому что, ну, Infinite Warfare мультиплеер, на мой взгляд, дошел до каких-то, ну, уже совсем, ну, несуразных в чем-то, значит, дизайнерских, в частности, образов и ходов. Вот. И здесь, после Второй мировой войны, там тоже все было в порядке, в WW2. Мне понравилось. И здесь они продолжают, значит, отказываться от вот этих вот всех пушек, которые стреляют синей херней. И, там, не знаю, энергощитов и прочее. Очень мрачный такой стиль у этого всего, именно с точки зрения там сопутствующего арта на презентации, во всяком случае. И понятно, что будут ярко-зеленые автоматы там со временем. Но вот в первозданном виде Black Ops 4 выглядит брутально и по отношению к самой себе свежо. Вообще все это напомнило мне какой-то, знаете, такой фильм, как вот эти вот назывались, боевики со Сталлоне, Ван Даммами, где они все собирались вместе с Марком Дакаскосом и Стивеном Сигалом. Неудержимые. Ну, в общем, вот это вот какое-то такое. Я почему-то, когда увидел экран выбора класса, вообще вспомнил Contra Force, то есть есть что-то в этом олдовое, в том, как это нарисовано и как это выглядит. Там нет фантастики, нет бега по стенам и... Сейчас. Мы в эфире? В эфире ли мы? И все это ощущается как-то, ну, гораздо естественнее, чем там, в Infinite Warfare. Предыдущая про Вторую мировую, на мой взгляд, тоже была хорошая. Но здесь вот они как-то... она чувствуется самобытной. Она чувствуется, что это и не Modern Warfare, и это не, как это называлось, и не классическая Вторая мировая колда. Это где-то между, это какие-то современные, более-менее современные военные операции в странных, там, разных апокалиптических декорациях. Вот, поэтому, не знаю, мне понравилось. Мне понравилось. Я человек, который в мультиплеер не очень углубляется. Меня все время дерут страшно. Мне лень долго играть в какую-то одну игру всегда. Я никогда не задерживаюсь ни на чем. Я максимум, там, не знаю, месяца два играю в какой-нибудь PvE или PvP. И это происходит вот, ну, крайне редко, когда они выходят. Я никогда особо ни во что не проваливался. Вот, и поэтому с точки зрения такого игрока, как я, который играет только, знаете ли, в
в Team Deathmatch и особо не париться на тему там своего скилла, там еще чего-то. Вот как бы с казуальной точки зрения здесь все в порядке. Естественно, когда она выйдет, там, я не знаю, будет ли бета, там, не бета, все это обязательно будет, то, будет, станет более понятно и окончательно ясно, там уже надо будет в это, например, зависнуть или нет. Но сейчас мне кажется, что надо будет. Во всяком случае, недельки 4 безудержного веселья мне только уж точно обеспечено. Как у вас там дела? Как относишься к шуткам про Тодда Говарда, про ложь и т.д.? Да, насрать. Проснулся, чтобы посмотреть эфир. Здорово, Биг Дэдди, спасибо вам за ваше внимание. Мне тут звонили, поэтому несколько слетела связь. Вот. Ну, по-прежнему, несмотря на то, что игра в колду была эмоциональной и довольно такой адреналиновой, все равно главное впечатление выставки на данный момент, это, конечно, Cyberpunk 2077. Потому что, ну, блин, я сейчас на улице, был на улице, ждал, пока, значит, дойдет время до моего свидания с Call of Duty, и рядом со мной вот эта коробка, значит, с сувенирной мадам стояла, и народ прям, ну, спрашивает, а где такую взять, а где чего. Вот, и я сидел, значит, болтал с местными ребятами, которые как-то хотят попасть внутрь, вписаться, у них нет билета, и они типа не медиа, ничего. И они такие, о, чё, и как, да ладно, от первого лица, там, и так далее. Здесь вообще, ну, даже здесь еще не все знают. То есть это у нас там, знаете, так все педроны надрачивают на значит, происходящее, что уже всем давно все известно. А здесь я, значит, стоял, курил, например, сигареты, и рядом стояли парни, которые такие, они носят оранжевые футболки, и у них обычно в руках, ну вообще, ну что такое, а? Олег звонит, а я не могу идти. Вернулась связь, скажите, пожалуйста. Да. Не за что. Пожалуйста, за прямые эфиры из LA. Все для вас. Мне кажется, что это самый правильный сейчас способ посвятить выставку, потому что мы, когда читали старинные уже теперь игровые журналы, все время ощущали, что мы там. И Twitch стримы мобильные, при всех там их огрехах, по качеству связи, по стабильности сигнала и прочему, мне кажется, это самый лучший способ на текущий момент ощутить тоже присутствие здесь. Вот, о чем я говорил. Так вот, здесь стоят волонтеры в оранжевых футболках, у них таблички, типа «Спроси меня, если ты потерялся». Ну, я расскажу, куда тебе пойти, если тебе надо там West Hall, а ты такой вообще из Москвы приехал, где West Hall? И я говорю, а что, ну, типа, вы сами-то как вам выставка там и прочее? Вы здесь работаете. Я хотел узнать, типа, как у них по сменам, не по сменам. Ну, смолток обычно, они стрельнули у меня сигу, мы стоим, курим. Они говорят, не-не-не, мы волонтеры, нам, типа, не платят, это не работа, мы просто, вот, значит, вызвались. Я говорю, то есть вы студенты? Они говорят, нет, мы не студенты. Мы, говорит, военные. Я говорю, какие военные? А он мне такой, морские пехотинцы. А я такой, да? Классно. Ну, и я такой, все, короче, я смотрю, они такие, типа. Я говорю, вот, киберпанк от первого лица. Они такие, о, да ладно, я думал, будет от третьего. Ну, и дальше мы уже начали там разговаривать. Но вот на всякий случай вокруг Е3 волонтерами выступают морские пехотинцы, у которых, значит, есть некая программа, и они по этой программе, там, не знаю, отдыхают, короче, в увольнительные. Они не в части, а, блин, на солнышке греются, им кайф. Они вежливые, крепкие, молодые парни. Но так со стороны не скажешь. Ну, то есть обычная американская молодежь. Не какие-то быки.
Крутые выходы в эфир интереснее, чем конференция с комментариями. Ну, может быть, может быть. Говорят, что E3 похож на выставку 2012 года по анонсам. Ну, я, честно говоря, не держу в голове эту информацию, не готов сопоставлять, но может быть. Но вообще здесь как-то, наверное, наиболее лампово по сравнению со всеми там E3, на которых я был до этого. А я был на трех, по-моему, и вот это четвертое, или на четырех, это пятое. На трех, наверное. И здесь сегодня прям классно. Очень уютные стенды, у всех ничего не грохочет. С одной стороны, не хватает какого-нибудь музла там где-нибудь. Но с другой стороны, внутри прохладно, я вообще в куртице как бы гуляю. Все сегодня очень как-то комфортно проходит. Какие планы на завтра? На завтра планы, значит, встреча с Питом Хайнсом, вице-президентом Bethesda. Потом Warner Brothers, это, скорее всего, Hitman 2, как я понимаю, потому что что еще? И затем где-то... Где-то между этими делами что-то еще. Ну, в общем, в целом все, весь этот ажиотаж уже подходит к концу. Все нагулялись, все насмотрелись. Все самое главное уже сказано всеми. И потихоньку сейчас уже, мне кажется, только вот очереди уже стоят. Ну, то есть, это уже та стадия, когда выставка просто начинает, что называется, работать. То есть, то, что надо было посмотреть, оно уже посмотрено. Теперь надо стенды обслуживать и принимать десятки тысяч посетителей. Ну, вот. И завтра будет наверняка тоже толпа. Так что вот какие-то такие дела. Красивых тян по косплею вообще косплея нет. Ну, то есть, он, может быть, и есть, но он совершенно незаметен. Косплея нет, эта выставка не про косплей. Вот на Gamescom в августе будет про косплей. А здесь как-то все спокойнее гораздо к этому относятся. Есть пара зомби по мотивам Dying Light. Ну вот особо, как видите, ничего и нет. Какие-то там, ну, ряженые корпоративные, в смысле там вот у Ubisoft какие-то танцующие там веселые животные. Вот если это можно считать косплеем. А в остальном как-то без вот этой вот ряженой помпы. Вот. Много ли на выставке представлено проектов для VR? Что думаешь сам про эту технологию? Ну, я абсолютно спокоен насчет этой технологии, потому что мне однократно об этом говорили, что VR еще нужно очень много времени для того, чтобы окончательно оформиться и занять свое место. И сейчас просто очередной этап хайпа, который на самом деле уже стих, и здесь вокруг VR особо никто не пляшет. То есть, ну, как-то все это растворилось в общей картине выставки, и никаких сенсаций не происходит. Поэтому, мне кажется, все успокоились. Так, вон, видите, Bethesda выпускает на этом, на VR тоже. Так что, ну, в общем, платформа набирает вес, скажем так. Ничего про новый Mortal Kombat не слышу. В Ведьмаке можно было почти везде полазить, как будет в Киберпанке, в небоскребах. Не показывали? Нет, не показывали. Показали один сайт-квест и все. Модель очков не подскажу вам, я не разбираюсь в очках. В общем, что? На этом, наверное, все. Мы сейчас будем... Я сейчас пойду куда? Я сейчас пойду на Секиру, вот что. И потом мы будем вечерком записывать подкаст. Ждите там, где всегда. Спасибо вам большое. Я и моя подруга Лаура отправляемся в глубину.